добрым утром. Сегодня понедельник. Надеюсь, у всех понедельник такой же легкий, как у меня. Хотя, стоп, нет, не получится так в понедельник. У меня получилось вчера, что я обещал вам съездить на рыбалку. Ну, на рыбалку не поехал, потому что, в общем, был клиент в городе, первый, второй, да. Но второй передумал встречаться, ну, ничего страшного. Сегодня он хочет, но сегодня, скорее всего, я передумаю, потому что сегодня я весь день буду прямо жестко занят. И, соответственно, с одним клиентом мы тоже провели, там, не знаю, там, очень романтично, с 8 утра и до 8 часов вечера. Мы объехали вчера весь город, за вчера мы проехали с ним 360 километров, ну, в принципе, так нормально, были в Дагомысе и, так скажем, и в Веселом были, да, в Олимпийском парке были, ну, везде были. И вот как бы провели очень много. Очень интересно, все-таки приезжают к нам гости. Прям приятно пообщаться. Реально приятно. И как бы могу сказать, что вчера вот приехали гости из покупателей, да, и вчера, так скажем, у меня первый презент, да, это с Киргизии такой киргизский напиток, да, сразу скажу, как бы я прожил в Киргизии, там, не знаю, там, около 8 лет, поэтому такая ностальгия, да, когда мне был годик, мы с годика до 8 лет прожили в Киргизии, много родственников в Киргизии, в общем, как-то про Киргизию, мое отношение к Киргизии я вам уже рассказывал в каком-то ролике, что такое любовь, да, поэтому не буду повторяться, если кто хочет, его посмотрите, и вы поймете, почему я люблю Киргизию, почему, как бы, для меня как бы Киргизия ценна. Так вот, смотрите, что еще вам хотел интересно сказать. Многие спрашивают меня, ну, как бы многие так спрашивают, как быть успешным, да? Какие действия нужно делать для того, чтобы быть успешным? Ну, ключевое слово, я могу сказать, как в любой сфере, это действия. Если есть у вас действия, если вы действуете, а не раздумываете, то вы будете успешным. Если вы берете и действуете, а не берете, там, анализируете. Я не говорю, что анализ не нужен, но обычно, как правило, анализ просто жесть, он затягивает, просто, ну, непонятно, как вот, затягивает в омут с головой. И поэтому, как бы, такой маленький совет, такой маленький, надо действовать. Второе, да, успешное действие, какое должно быть, чтобы вы были сами успешными. Это очень просто. Вы должны себя окружать, так скажем, вы должны себя окружать теми людьми, которые сами по себе успешны. Непонятно, да? Ладно, объясню. Ну, смотрите, к примеру, у вас нормально все получается, все, и вы повелись в компании, где там все плохо, все там все пессимисты, или там они ни хера не работают, бухают или еще что-то. Скорее всего, вы также начнете бухать, не будете работать, и для вас жизнь становится плохая. Поэтому, как бы, всегда нужно стремиться к успешным. Ну, давайте приведем пример на ринге, да. Вот если вы, например, боксер, и вы будете всегда выходить на ринг с такими непрофессионалами, да, которые хуже, чем вы, скорее всего, свой профессионализм тоже потеряете, потому что вы уже будете немножко расслабляться, вы уже забудете, так скажем, у вас навык будет хуже, потому что чем выкладываться больше, когда можно так вот, да, только налегке там одной левой немножко побоксировать. И все. Поэтому, как бы, основное правило тоже у спортсменов, и у меня было основное правило, я всегда бился в той весовой категории, где самое сложное. Я всегда бился в той весовой категории, где хорошие, классные бойцы. Поэтому, как бы, исходя из этого, да, как говорил Ельцин, я не буду, как говорил Горбачев, я не буду говорить без бумажки. Поэтому надо себя окружать сильными соперниками и нужно себя окружать, соответственно, успешными. Успех и сила – это не всегда синонимы, но чаще всего это синонимы. Так вот, что вам такое еще интересного сказать? Могу примеров привести очень много, когда, вот вспомните себя в школе, когда у нас, получается, попадает, так скажем, человек в плохую компанию, да? А плохая компания – это что? Да, это менее успешная и становится таким же. Поэтому старайтесь окружать себя хорошими, продуктивными, грамотными,
людьми и старайтесь лучше за ними стремиться. Я могу сказать, тоже меня там все спрашивают в комментариях. Не буду, в принципе, ничего в этом такого я не нахожу, поэтому скажу, я думаю, этот человек на меня не обидится. И как бы я думаю, ну, не обидится, надеюсь. Но если обидится, то пусть извинит меня. Вот меня тоже спрашивают, вот мы видим ваш результат, а как результат у вашего друга, да, с кем вы приехали с Орска? Ну, как, я знаю, что он, ну, как бы, один из самых сильных продажников. Даже во многом он, как бы, в знаниях, если, например, брать теоретических, он, наверное, даже в плане чего-то, он даже, ну, гораздо превосходит меня. Ну, 100%. И потому что у него есть времени взять, потратить и там, ну, как бы сидеть и там, ну, как бы изучать там какие-то тонкости, все, у меня нет времени, я привык это время действовать, я привык так вот, ну, у него есть. Но он сейчас работает в другой компании, потому что здесь не показал результат. А почему не показал результат? Да очень просто. Потому что он связался с такими же, ну, как бы, как, ну, так скажем, не с такими же, связался с менее успешными. Давайте рассмотрим, ну, там тоже там были там пару человек. И, соответственно, стал он подорожать. Ну, ему 35 лет, этим там 25 лет. Ну, как бы, еще ни масла в голове, ничего нету. Ну, и, соответственно, немножко приоритеты поменялись в жизни. На первое место стало такое общение. Так скажем, внутри так всякие стали непонятные пляжи, там гулянки, еще что-нибудь. И в итоге получается, и как бы в голову вбили ему там гвоздями, что как бы, ну, свои, так скажем, правила, свои этикеты жизни и все. И поэтому как бы он сейчас в другой компании. Я надеюсь, прям надеюсь, что у него реально все получится, потому что как бы, ну, нужно, чтобы получалось. Потому что надо как бы жить, существовать, не просто там. Я надеюсь, у него все получится. Кстати, этот же человек, который был для меня непродуктивным, ну и бестолковым во всем отношениях, его друг тоже ушел туда же, ну, получается, с нашей компанией, ну, уволился и ушел туда же. Поэтому самое главное правило – это окружайте себя успешными. Потому что, говорю, скатиться вниз довольно-таки легко. В той сфере, где, так скажем, да, такое слово чуть подобрал, неуспешность. Где вот неуспешность, там гораздо легче находиться, потому что, по сути, вам ничего делать там и не нужно. А вот чтобы уже быть успешным, да, там уже нужно немножко вот напрягаться, даже немножко очень сильно напрягаться. Поэтому, как бы, такой маленький совет, как бы, вот если там оказываетесь там в какой-то компании, в той же самой, не знаю, там, хоть там вы продавец, хоть вы еще кто-нибудь там, то старайтесь, конечно же, это взять и оказаться, и тянуться к сильным, понимаете. Там, да, может быть, они не будут брать вашу стосовку, ну, вас, может, еще что-нибудь, но, как бы, как показывает практика, как бы, к сильным, конечно, сложнее пристроиться, проще так к слабым. Но, еще раз повторюсь, как бы, если вы хотите быть успешным, да, а что такое успех, да, это успех, это действия, которые вы приводили, которые вас привели к определенному результату, то, конечно же, нужно это все. Тоже многие из вас спрашивают, ну, вот, как бы, вот так, вот так, вот, ну, многие из вас смотрят, ну, как бы, слушают, говорят, да, хорошие вещи, говорят, да, то, но пока вы не перейдете к действию, то вы не сможете добиться, как бы, результата. У нас, если мы подытожим, как бы, для того, чтобы быть успешным в этой жизни, надо всего лишь там несколько моментов. Первое, что нужно сделать, это нужно поставить себе цели, обозначить их, да, как мы с вами разговаривали. Нужно обозначить цели и к ним идти, да, они могут быть материальные, быть нематериальные, там, духовные, но они должны быть поставлены, потому что вы должны знать ориентир, куда вам стоит двигаться. Второе, которое не менее важно, нужно, конечно, чтобы к этим целям дойти, нужно инструменты посмотреть, да, которые мы с вами уже изучали, там, элементарно, как, там, если вы там в продажах, как, что здороваться, ну, надо поменять себя в первую очередь, поменять свой менталитет. Третье, чтобы быть успешным, надо себя окружить, компанию успешно, надо работать в успешной компании, нужно работать с сильными, так скажем, коллегами, нужно работать там с сильными, так скажем, конкурентами, в конце концов.
И благодаря этому у вас вы будете, ну, как бы развиваться. Потому что всегда приятно осознавать, что ты лучший среди лучших, а не лучший там среди худших. То же самое у меня тоже сейчас с клиентом. Показали им объекты, мы выбрали лучшие объекты, понимаете? И мне приятно будет, что человек мне сделает выбор, свой выбор сделать лучшего объекта среди лучших, да, а не лучший объект среди так худших. Это такой маленький момент. Там многие мою, как бы многие бизнес-тренера, там, да, мою, как бы моего, так скажем, мнение не разделяют, да. Если посмотрим, там, я просто вчера тоже опять вечером нашел время, там целый час у меня был, посмотрел в интернете, блин, ну это такую там чушь пишут, да, там. Так, ну, техника работы риэлтором. Показывайте один хороший объект, три плохих. И при том, это хороший, это будет не лучший. Там написано в скобочках, в вашем понимании хороший. И тогда там, ну, вам легко будет, там надо будет мало времени тратить. Ну, такие какие-то советы, да, дебильные. Ну, блин. Я не знаю, как бы. Мне так некомфортно было, да. Все равно, что вы зашли в магазин, да, выбираете картошку, да, сорт. И вам дают 4 вида гнилого, и один там гнилой, ну, в меру, да, проросший какой-нибудь там. И вы на фоне этого, ну, блин, в принципе, эта картошка нормальная. Да нет, конечно, охота взять такую хорошую, классную картошку, чтобы приятно было ее готовить, чтобы в руки было приятно взять, а не вот так вот брать непонятно как вот. Все вот. И все, как бы, и самое главное, как бы, самое главное, не надо оглядываться назад. Надо, как бы, надо идти вперед. Самое главное еще одну такую вещь забыл, я посвящу этому отдельный ролик. Надо всегда записывать успешные действия. Потому что бывает циклами, как бы, и когда у вас что-то получилось не так, надо вспомнить то, что вы делали продуктивно, где ваша была продуктивность на максимальном уровне, и это можно повторить. Очень много это в такси ГОСТ я пользовался, мы очень много это делали и прям, как бы, прям хорошо мы развивались и, как бы, успешные действия нужно записывать. Ну, реально нужно успешно. Это неуспешные действия тоже можно записать для того, чтобы эти действия не повторять. Ну, как бы вот так вот все. Как бы и что я могу вам сказать еще? В принципе, мне легко, наверное, начинать свой рабочий день в понедельник, потому что я его не заканчивал. Для меня длится и длится. Что говоришь, мальчишка? Да нет, успею отдохнуть. Ну, сейчас немножко разъедутся, там 1 сентября начну заниматься еще чем-нибудь. И тогда, да, схожу, я как бы обещал, я хочу снять рыбалку, хочу сходить в конце концов, на рыбалку взять. Я, если не быть честным, не пошел на рыбалку еще, потому что я в субботу просто мне не хватило физически времени заехать и купить удочку. Но сейчас я, наверное, это все сделаю, потому что, как бы, тоже хочу вот именно, как бы, приедет папа в гости, надо подготовиться, надо посмотреть, где хорошие, так, клевые, ну, точно подходит слово, клевые места, чтобы, ну, чтобы просто, потому что папа тоже сейчас меня весь, так скажем, все лето пашет, там то там дом сделал, да, подготовил к продаже, то одно, то другое, то третье, то четвертое, там, ну, все своими руками, конечно, все сделал и просто ни разу даже не ездил на рыбалку. Конечно, я сейчас он приедет с мамой сюда в гости ко мне, я хочу постараюсь, чтобы он компенсировал все это. Ну, на этом, я думаю, наверное, давайте все на сегодня. Я надеюсь, про успешность у вас все понятно, как бы, ну, если непонятно про успешность, ну, блин, задавайте вопросы, сниму отдельно большой ролик. Просто не хочу большие ролики снимать, чтобы, ну, не напрягать вас тоже, ваше внимание, потому что и так, там, не знаю, половина может пролистывать, может не пролистывать. Но я хочу, чтобы вы были все успешными. Почему? Да потому что, как бы, хорошие появляются цели. И у многих из вас появляется цель этого покупка недвижимости в городе Сочи. И, конечно, я с большим удовольствием помогу вашу эту мечту реализовать. Поэтому добро пожаловать к нам в гости. И давайте будем все успешными. Давайте тянуться к успешным. И давайте все-таки вместе идти к нашим там поставленным целям. Все. Всем пока. Всем хорошей недели. С уважением, с любовью, ваш Максим.